Всем привет! Главный вопрос, который сегодня беспокоит весь мир, как победить коронавирус? Кто тот супермен, который даст миру вакцину, лекарства, в общем, победит коронавирус? Кто это будет? Владимир Зеленский готов $1 000 000 дать этому человеку. И я сейчас вам сообщу, кто это, друзья. Да, вы сейчас узнаете этот секрет. Это Николай Тищенко. Да, друзья, Николай Коля Велюр знает, как победить коронавирус. И этот человек, он среди нас. Мы все знали, что Коля умнейший человек, умнейший. Но оказалось, что он просто гений человечества. Смотрите, вот сейчас я вам покажу фотографию, как там Коля записывал очередной видосик с коллегой, ну вы знаете, в этом зеленом стиле. И вы увидите на груди Коли такую штучку. Она называется Air Doctor. Сейчас я вам расскажу, что это такое, почему толку от этого Air Doctor примерно столько же, сколько от Коли и слуг народа в целом. И с таким же успехом Коля мог повесить себе на грудь портретик Зеленского, он бы также помог от коронавируса. Но перед этим хочу вас попросить, пожалуйста, кидайте это видео друзьям, родным, близким, шерьте его, ставьте лайки, потому что вот все, даже вот такие вот маленькие украинцы, Кирюша, скажи привет. Вот даже такие маленькие украинцы должны знать правду о том, кто у нас вот составляет эту слугу народа и что это вообще, ну, какой идиотизм у нас происходит. Значит, Air Doctor – это такая штука, которая якобы там выделяет оксид хлора, который якобы, значит, убивает вирусы вокруг. И ходишь, и все. И будешь, значит, защищен от коронавируса. И Коля Тищенко, как вы видите, носит такой же. Так вот, такой же Air Doctor носит Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. И, вернее, носил, потому что Дмитрий заболел коронавирусом. Знаете, если он еще и шефу передаст, то мы точно плакать не будем. Владимир Владимирович как раз в таком опасном возрасте находится. И, так вот, Дмитрию Пескову это не помогло. Ну, и понятно, что это не поможет никому, потому что это полная ерунда. Никем не доказана этого эффективность, и там нечего и доказывать. Более того, оксид хлора еще может быть и вредным. Он может вызывать раздражение слизистых. Это я могу сказать как человек с высшим образованием. Коля, прекращай носить. У тебя могут быть уже и так тебе непросто, я так вижу. А оно может очень сильно повлиять на тебя полностью и на мозг. Это будет уже совсем плохо. Поэтому прекращай заниматься ерундой. Повесь чеснок, если уже тебе так надо что-то повесить. Не знаю, там что еще. Партбилет свой. Ты гордишься партбилетом «Слуги народа». Повесь его. Ну, хотя бы вреда от него не будет. А о пользе я уж, конечно, промолчу. И все это... Кто такой Коля Тищенко? Это замглавы правящей фракции. Это человек... Это главный по Киеву. Он сказал в интервью, что он в ресторане «Велюр». Все вопросы. Он контролирует исполнение указов Зеленского по Киеву. Это главный человек. Понимаете? Вот, и вот его на самом деле, вот кто он и что у него в голове и вообще на что он способен. В общем, знаете, тут уже я когда-то на Новый год записал обращение, что пора выбрасывать зелень в 2020 году. Каждый день доказывает, что я был абсолютно прав, но ее надо уже, знаете, так выбросить, чтобы она вот точно не проросла. И чтобы она не проросла на местных выборах, которые приближаются. Это наш с вами первый шанс показать, что мы думаем об этих людях, которые захватили власть в стране и мучают ее своим полным идиотизмом и некомпетентностью и жадностью. Вот и Коля Тищенко это очень хорошо вот в себе олицетворяет все, вот всю эту историю, за историю. Вот такие дела, друзья, так что держим строй и все будет хорошо. Ну и никаких эйр-докторов, только можете Николаю их отправлять, может он у входа велюр повесит, они им понадобятся.